Традиция награждать лучших учеников существует в Вентспилсе вот уже на протяжении 18 лет. В этом году титул «Ученик года» получили три воспитанника Вентспилсской государственной первой гимназии Марис Галаускис, Линда Целма и Мария Иванова, а также три воспитанницы 4-й средней школы Аманда Цине, Герда Самарукова и Виктория Кемпеле. Четырем выпускникам за отличные результаты в учебе были вручены благодарственные грамоты Вентспилсской городской думы. Среди обладателей грамот – трое выпускников гимназии – Юстина Юрцика, Александр Середа и Ева Треуланде, а также выпускник 4-й средней школы Эмилс Георгс Сидерс. Думаю, что это очень приятно. Я думаю, что это очень приятный момент для выпускников. Их оценили. Для любого ученика это приобретение, знание. Возможно, оценки в аттестате – это не так уж и важно, но они все же о чем-то свидетельствуют. Целенаправленность, старание, ум, талант. И то, что кто-то это замечает, говорит «спасибо» – красиво. За 18 лет почетные грамоты были вручены 133 ученикам. Титул «Ученик года» получают те выпускники, в аттестате которых все отметки не ниже 8 баллов, а также высокие результаты на централизованных экзаменах. Одна из обладателей титула в этом году, Аманда Цина, отмечает, что во многом ей помогла ее семья. «Семья – мой стимул. Она говорила мне, что я могу это сделать». А я и сделала. Обладатель удостоверений педагогического фонда этого года планирует продолжить учебу в вузах Латвии. Юстина Юрцика, выпускница первой гимназии, планирует поступить в Латвийский университет и учить журналистику. Для меня учеба никогда не была приоритетом. У меня это просто получается. Были вещи, которым следовало уделить чуть больше внимания. Но никогда не было учебы и только учебы. Это получается само собой. Аманда Цины хочет стать учительницей английского языка, а после окончания учебы, возможно, вернуться домой в Вентспилс. У меня была мысль вернуться в ту же самую школу. Сами учителя говорили, что они были бы рады меня видеть. Для меня это было бы чем-то особенным – работать в 4-й средней школе, где я и училась. Вручение почетных грамот – дополнительная мотивация для учеников вентспилсских школ двигаться вперед и открывать новые горизонты.